сама ситуация, в принципе, достаточно очевидна. Я так же, как и вы, люблю машины. Только в отличие от вас, я стараюсь эти машины восстановить. Есть, конечно, люди, которые покупают новые машины. Это вперед из песни. Я стараюсь их восстановить до изумительного состояния. И в процедуре восстановления их до изумительного состояния пункт номер один. Я выбираю тех людей, у которых качество на уровне. Так вот, качество на уровне за моей спиной. Это автоцентр «Авеню», который располагается на Северном переходе 20. В мире лакокрасочных покрытий, по сути, существует два правила. Первое – обыкновенный гараж, ну чистый, естественно, и много лака. Второй – отличный и правильный бокс для покраски. И то, и другое может существовать. В первом варианте – отдельный стапель, отдельное место подготовки и отдельная камера. Второй, естественно, круче. Но спросите каждого встречного, красилась ли ваша машина. И зная магнитогорское движение, я скажу, точно красилась. Либо у вас есть царапины и косяки. А в связи с тем, что и то, и другое присутствует, вопрос цены очевиден. И какова она средняя цена, чтобы вы получили качественный результат? То есть цена должна быть средняя. Вот такая у нас здесь и есть. Но процент возврата минимальный от доли всех автомобилей, сделанных здесь. То, что мы видим, это впечатляет реально. То есть машины сюда приходят, вы в большом количестве, эти машины уезжают от вас перекрашенные, переделанные, сделанные. Это, я считаю, что в принципе есть показатель работы. Ну, у нас, как правило, возвратов-то нет в автомобиле. Красим хорошо, качественно, хорошее оборудование. Делаем полный комплекс. Сами приводим запчасти, сами устанавливаем, вытягиваем железо, красим, своя автомойка, моем. Если требуется химчистка, химчистим, и машина уезжает как новенькая. Почему как новенькая? В этом подход автоцентра «Авеню». То есть здесь реально занимаются металлом, не лепят мастикой и не красят. Лучший вариант – замена с аналогичной заводу сваркой, и вы получаете то самое качество работ. Теперь вопрос немного другой. Да, в Магнитогорске лучшие дороги, реально лучшие дороги России. Чуть-чуть далее, мягко говоря, не везде дороги нормальные. Конечно, рама спасает, но на раме машин мало. Мало, естественно, далее гнущийся кузов. А чтобы вы поняли, поднимите любое колесо домкратом и попробуйте закрыть двери. И вот он, ваш несущий кузов. Также гнется, и даже поставив новую деталь, ее придется подшпаклевывать и доводить до ума. Другого варианта и нет. Нет, и не придумать. Вопрос, кто делает правильно? Этот автосервис «Авеню» делает это лучшим образом. Вот теперь мы говорим о цене вопроса. Да, в городе Магнитогорске сейчас очень много дилерских центров. Вы представляете, какие там цены, да? Я бы не советовал в дилерские центры ходить по причине, ну зачем? Есть у нас другие места работы, ваше естественное место, и другие места работы. То есть мы будем говорить о средней арифметической цене Магнитогорской покрашенной лаборатории. Ну, с дилерскими ценами нам конкурировать особо не хочется. Мы держим ценник средний по Магнитогорску, примерно детали где-то 6 900 7 500. Я считаю, это в принципе хорошая, грамотная цена за те машины, которые отсюда не уезжают. По одной простой причине: у вас же есть какая-то гарантия? Гарантию даем на новую деталь 18 месяцев на лакокраску, на восстановленную деталь даем 12 месяцев на лакокраску, на ЛКП. Давайте вернемся на круги свои. Сколько машин к вам вообще приехало с того самого момента, как вы начали работать? Ну, за 3 года где-то мы обслужили порядка 650 машин. А сколько вернулось? Одна вернулась, да? Одна, Honda, да, была. Цвет не попали чуть-чуть, тон у нас был. Мы ее перекрасили без проблем, человек уехал доволен. То есть математика простая, то есть 0,1%. Ну спросите у любого человека о его качестве. Я всех знаю, и ни одного такого, кто так скажет. Поверьте, ни одного. Понятно, что косяки случаются, но здесь косяков практически и нет. Вы отдаете машину, здесь по сути ваше творчество и заканчивается. Бегать-то не надо. Человек реально опытный посмотрит, реально выберет вам запчасть. Причем, поверьте, цены не будут ломовыми. И часто запчасти на импорт стоят дешевле, чем на отечество. Я вам как-то о запчастях на импорт говорил в другой передаче. Понятные косяки со страховыми. Это наши реальные страдания. Но собрав цены дилеров, можно здесь лучшее качество, чем у дилеров, сделать. Уж поверьте мне.
А может и денежка на обмывку восстановленного авто сохранится. И это тоже бывает, потому что теперь вы знаете качество работ автосервиса «Авеню». То есть я вас вижу, как человек, который занимается машинами. Мало того, вы же директор, правильно? Но почему вы также машины красите, также машины чистите, также их полируете? Это нормальное явление? Да, это нормальное явление. Ну, если заняты работники, почему бы не выйти и не помочь там протереть машинку или где-то подсобить? То есть мы не будем говорить, что вы директор такой, знаете, пришел, увидел, указал. Вы делаете все подряд. На сегодняшний день точно я не кабинетный директор. Да, ну, на мне большая ответственность в плане доставки запчастей, подбор эмали и всего-всего-всего остального. Тут очень много работы. Ну, я всегда помогаю своим работникам, потому что у нас команда, мы работаем в команде. Что-то стало как-то круто. Да уж вы не беспокойтесь, аварии случаются. Да, господа, без этого наше странное в действительности российское движение, а Магнитогорское в особенности, не существует. Тут деваться не приходится. Народ не понимает сути событий. Поверьте мне, справиться с онами даже не в моем состоянии. Я тут как-то видел беленькую Тойоту с номерами R101RA. Прыгнула, загнула себе порог, да и зацепила машину. И просто поехала далее. Ну, красота! Да, таких вещей много. Машина стоит на парковке. Девушки странные ломают свои бампера и отваливают, не написав даже. Это очень плохо. А теперь я знаю, где машину можно сделать. И вспомнив мои материалы, вы поймете, что я с удовольствием ремонтирую свои, да и другие машины в двух центрах. А вы должны знать, что, понимая весь ассортимент наших сервисов, а их по сути 20-30 и не более, и зная меня, уж лучше поступать, как я вам говорю. Имея стаж работы на телевидении, в смысле моей замечательной программы «Автостоп», аж 18 лет. Вы посмотрите на опыт старейшей передачи в одном лице в истории всего телевидения и поймите, я вам ерунды не посоветую. И уж поверьте мне, автосервис «Авеню» – это то, что доктор прописал. И очень скоро, да и вообще, я бы всем грамотным специалистам сказал, с кем бы вам бы необходимо было работать. Ну, естественно, только со мной. Потому что это пункт номер один. Я смотрю, как вы работаете. Если вы работаете круто, почему и нет? И, естественно, к вам, я гарантирую, люди поедут. Однозначно. Как люди приезжают сюда, на автоцентр «Авеню», который располагается за моей спиной. Северный переход 20.